Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть «Растение против зомби 2». Ну что ж, надеюсь, ты уже запасся всякими различными вкусняшками, потому что мы продолжаем вот этот грёбаный, ужасный мир, и я вам скажу, он тяжелый. Он становится очень-очень тяжелым. Хоть и по идее у нас 32, сегодня мы до босса, ну это, навряд ли дойдем, это 100%. В общем, скоро, возможно, у нас 380 ростков, господи, их бы обменять, вот, знаешь, тут написано 80 кристаллов за 25 штук. Можно было бы обратно поменять, я бы с удовольствием это сделал, но, увы и ах. Ладно, мы, конечно, этим пока не пользуемся, но это если уж прям вообще жопа полная будет. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита, братишки. Итак, 24 уровень, видишь? Вот такой вот. Сейчас очень-очень сложно, потому что появились какие-то 8-битные зомби из автоматов. И это напрягает, это напрягает. Хоть у нас, господи, там целый суповой собака-набор. Короче, у нас есть сейчас 2000 солнышек, и мы с тобой можем что-нибудь такое интересное разместить. Конечно же, я возьму вот эту штуку. Гриб я этот тоже возьму. Да, друзья, давай мы его возьмем. Почему бы и нет, разместим бы его как-нибудь там, я не знаю. Так, ну... Так, ну, что-то наподобие. Короче, попытаемся его везде сейчас поставить. Слышишь, да, там полная жопа уже происходит. Там кто-то... Так. Сколько нам хватит, столько и разместим. Так, и давай, конечно же, обычных этих. Да, я думаю, стоит. Либо... Все, вот срок. Ну, погнали. Не знаю, конечно, что нас там ждет, но... Панки! Панки, господа! Так, нормальненько. Так, пожалуйста, друзья, давайте, давайте, давайте. Сделайте, так сказать, свою работу. Замесите их. Еще один росток. Мама мия. Мы, кстати, вообще их не используем. Надо бы, наверное, все-таки юзануть. Согласись. Так, давай. Хоп, 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 хоп. Хоть у нас большие кусочки, но что-то, блин... Так, грибочки появляются, да? Нормально. Мне прикалывает, если честно, вот это вот почкование, блин. Так, пошло, пошла жара. Видишь, он проблема в том, что автоматом он уничтожает наши грибы. Мне это очень-очень сильно бесит. Так, монетки собираем. Три волны! Я даже не увидел, пацаны, я чисто даже не увидел. Офигеть. Так, ля, отлично, отлично. Вот так вот делаем. Там Гаргантюа, между прочим. Не знаю, конечно, получится против него нам. Не получится. Блин, он уничтожает наше растение, гребаный гад. Он чьи-то 4 уничтожил. Я просто в шоке, пацаны. Офигеть. И все. Мы чисто уже обосрались. Да почему так сложно? Я говорю, сейчас хардкор вообще жесткий пойдет. Мне также друзья написали, мол, бери уже все, трехстрелы. Давай попробуем сейчас трехстрелы взять. Давай попробуем. Я не уверен, не знаю, что получится. Давай их попробуем взять. Может, с ними у нас получится что-то. Так, ну естественно, вот здесь вот их надо размещать, чтобы было все отлично. Можем их... Да, хватит, мне кажется. Давай посмотрим, что из этого получится. Если что, ну сам знаешь. Хотя бы какую-нибудь там применим. Да, смотри. Просто уничтожают. Трех стрел и всех уничтожают. Ля. Прям всех уничтожите? Мне интересно. Они прям всех уничтожают.
Они прям всех уничтожают, друзья, это слишком читерно. Вы простите, пожалуйста, я впервые здесь как-то третий раз переигрываю, но, блин, мне реально хочется как-то честно пройти. Вот если вообще ни в какую, то трех стрел, а пока нет. Итак, нам надо что-то такое подумать. Что мы можем взять? Прям, знаешь, взять такое вот, ну, как бы дешевенькое, но и в то время опасненькое. Такое хорошенькое. Блин, неужели обычные какие-нибудь сраные вот эти вот? За сотку. А, кстати, а реально, а если за сотку? Погоди, я даже... Я уже, вот честно, когда я последний раз пользовался горохострелом, я даже не знаю... Давай посмотрим, он у меня четвертый уровень, то есть у него там, в принципе, урон не такой плохой. Это получится как трех стрел, наверное. То есть, в принципе... Ну, давай посмотрим, я не знаю, честно, я не знаю, что из этого получится, но я хочу посмотреть. Короче, у нас четыре линии. Итак. Даже лучше, наверное, чем трех стрел. Смотрим. Смотрим, друзья, что... Да, вообще нормально, вот! Ну вот, отлично, друзья. То есть обычные горохострелы снова в моде? Вы серьезно? Я не помню реально, когда я последний раз их брал, а они, оказывается, топовые. Смотри, что они делают. Я в шоке, я в шоке реально, друзья. Мне казалось, что мы не сможем. А они, смотри, даже 8-битных зомби чисто раскладывают. А, не-не-не, сверху... Не, ну сверху, в принципе, сейчас, мне кажется, справились. Чисто справляются вообще! Ну, я даже не знаю, на кого применять, потому что рэперов на раз-два вот так. Офигеть. Гаргантюа вижу. Ну давай, три раза. Три раза, все, Гаргантюа нету, офигеть. Просто офигеть. Ну, в принципе, если бы я сейчас применил на электрокамыш такую штуковину, то, ну ты сам понимаешь, что то же самый результат. Даже лучше, намного лучше было бы. Даже двух бы, наверное, хватило, как бы ни одного даже. 8-битных на раз. Так, деньги получаем. Хоть деньги, кстати, получаем, притом нехилые. Так, уже есть проблемки маленькие. Начинаем стрелять. Так, у этого ХП не особо много есть. Блин, офигеть, уничтожают. И тот, и другой. Блин, а сверху. Хоть одного-то мы замочим, надеюсь. Блин. Офигеть. А стоп, кстати, друзья. Вот, мы могли бы вот так вот делать. Да, кстати. Стоп, я еще поборюсь. Я еще поборюсь, пацаны. Блин, вот как надо было сделать, офигеть. Вот как надо было сделать, смотри. Я не сдаюсь. Собака. И у него сзади еще колоночка такая, ля. Все, он уничтожает, понятно. Жалко, конечно, но, блин, шанс нижнего был уничтожить. Прикольно, друзья. Мне нравится, серьезно, мне очень нравится то, что мы даже сейчас обычными могли бы его завалить. Так, сотку получаем немножечко для чесночка. Еще, может, на третьем уровне он будет лучше или на четвертом, я не знаю. Хотелось бы верить и...
Чем-нибудь подобное взять, но... Сегодня, кстати, водичку пью, друзья, не... Квас закончился, поэтому... Так, мне понравилось. Серьезно, мне понравилось. Можно даже, наверное, и вот этих обычных, самых первых, может. А, кстати, капуста. Дамаг 70. Стоп. Дамаг 70? Вау. Так, погоди, здесь у нас 25, ну 50. Будем... 35, ой, не-не-не, 30, у него, кстати, 35, офигеть, у него даже 35, так. Слушай, мне даже хочется с самыми первыми пройти, неужто они самые лучшие здесь? Я буду, наверное, шокирован, увидев это. Так, ну и вот как-то так, да, получается. Самый первый попробуем. Видишь, я не использую вообще никакие там эти орехи. Чисто просто совершенно другая тактика. Так, смотрим, где же у нас эти гады. Попробую именно вот капустку. Четвертый уровень. Стоит он, как ты видишь. Так, сразу замораживаем его. Размещаем тут парочку. Смотри, уже помят конус. Офигеть. Офигеть, я в шоке. Уже, ля, смотри, смотри просто. Но он медленно стреляет, вот да, это единственное, конечно, минус как бы. Так, начинается. Так, вижу. Так, вот так вот делаем. Так, размещаем. Чем больше, тем лучше. Так, нормально. Там у нас рэпер, да, идет? Так, рэпера бы, конечно, немного это... Он остановился. Блин, нет, нет, он активизировался, гад. Давай. Минус рука. Еее, бэйби. Отлично. Брейкдансеры. Так, норм. Норм идет. Так, давай. Отлично. Слушай, офигеть, самые первые. Господи, растения так топово тащат. Я в шоке. Мы бы сейчас другие взяли, по-любому так не было бы. Офигеть. Чисто, наверное, надо было брать капусту. И смотри, что она просто решает. Капуста решает, друзья. Как деньги, как и это. Так, нормально. Все-таки сожрал этот гребаный зомби, но ничего. Мы с тобой вот так вот сделаем сейчас. Вот вверху, конечно, эта проблемка уже началась. Но мы, конечно, друзья, не дурачки. Мы с тобой сейчас быстро вот так вот делаем. Так, все, осталось только автомат уничтожить, и все нормально будет. Офигеть. Нет, серьезно, я не думал, что первые растения начнут так сильно тащить. Прям вот
Ну смотри, ну они реально тащат. За сотку. За сотку какую-то, господи. Они совсем чуть-чуть прокачаны же. Ну как так? Просто понимаешь, вот в этом уровне, когда дают растения, да? В общем, когда дают растения, я думал, что они наоборот больше пригождаются. Но что-то, блин, вообще, что происходит? Так. Они сейчас сказали то, что морковка возвращает к жизни? В смысле? Ну, у меня нет морковы сейчас. Не может быть использован на этом уровне. Почему? Что это за фигня такая? Перфуме шрум. Ну ладно. Так. Ну, пока мне его не дают. Ладно. Все то же самое, друзья. Все то же самое. Давай проверим. Блин! Ну как? Как мы это сделаем, если надо защищать? Так. Надо защищать. Так, ну это фигня, конечно. Так, начинай, бро. Две волны. Капец, панки, все, они идут. И чё, получается, они сейчас... И чё они сделают? А, отлично. Пусть так будет. Нормаль. Так. Так, главное, чтобы брейкдансеры не шли, эти гадки. Вот я их больше всех ненавижу. Так, отлично. Так, сейчас самое важное, конечно, вот так сделать. Так, нормально. Блин, эти сейчас будут толкать. Мне это больше всего бесит. Тихо. Внизу был. Внизу я не увидел, друзья, простите, пожалуйста. Короче, в принципе, работает способ. Правда, ну... Короче, есть смысл подождать, пока панки пройдут, чтобы они прям в самый низ. Сейчас прям в самый низ нам. Давай, так и сделаем. Короче, чисто устанавливаем пока все растения. Давай, включаем скорость. Ну ладно, не будем скорость включать, блин, потому что все равно как бы... Так...
Так, норм. Все, он пока его уничтожает, там все дела. Мы с тобой ставим наши прекрасные подсолнухи. Довольные, счастливые. Вот, пусть они сейчас чисто их куда-нибудь отбросят. Я думаю, нормально будет. Отлично, отлично, хорошо отбросили. Теперь даже вообще очень хорошо. Слишком даже. Капусточку быстрее, быстрее, быстрее сейчас размещаем. Так, все, отлично, все рядки у нас забиты, по крайней мере. Все, опять наполняем. Так, нормально. Быстренько зарабатываем. Все, пусть хавает его. Так, главное, следим за растениями всеми. Так, норм. Отлично. Пусть пока эти справляются. Вторая, кстати, волна скоро уже. Тихо! Офигеть. Ой-ой-ой, это Гаргантюа, что ли, там? По звуку, да. Он самый, офигеть. Блин, не того. Да вы что, прикалываетесь, что ли? Фу, отлично. Отлично, блин. Так, готово. Сейчас, давай, 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 бро. Блин, это идеально. Против Гаргантюа это просто идеально. Смотри, он быстро. Красавчик! Просто его сделал. И мы с тобой получили морковку за сотку. Морковка за сотку. Сейчас мы, конечно, протестируем, посмотрим, что это такое вообще. Так, короче. Мол, она возрождает. Да, возвращает к жизни съеденное растение. Я не знаю, как это работает, но хочу увидеть. Так. Не-не-не-не. Ну или да.
Нифига себе! А вот это круто! Слушай, вот это круто просто. Офигеть. Нам, получается, сотку стоит. Вау, кто это был? Там какие-то чуваки были с бумбоксом. Так, норм. О, он поел чеснока, но все равно... А, нет, погоди. Ну-ка. Да, 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 блин, это прикольно. То, что чесночок ему делаешь, и он переходит с одной дорожки на другую. Это здорово. Да, все, я понял смысл. Это круто. Мне почему-то морковку только один раз дали попробовать. Почему так? Типа у меня практически не умирали растения или чего? Но... Это крутое растение. Мы его сейчас протестируем. Посмотрим. Так. И теперь нам дается вот эта вот морковочка. Волшебная. Так, слушай, надо какую-нибудь тактику придумать. Какую-нибудь тактику, раз эта морковка, блин, оживляет, чисто оживляет растение. Погоди, но... Блин, но какой в этом смысл в плане... То есть только дорогие, что ли, растения нам ставить? Чтоб был... Опа, это кто такой? Ля, дядя. Ну ладно. У него какой-то... Буба у него какая-то. Магнитофон. Блин, у всех у них магнитофон. Что за прикол? А на кой фиг им магнитофон? Я не понимаю. Прикол. Короче, в этом есть... Смысл, но если растение только дешевое, понимаешь? Так, нормально. У нас мертвых нету. Опа! О! Чё за фигня сейчас была? Почему у них умиротворение какое-то пошло? Вы чё, чуваки, творите, блин? Так, его можно, его, слава богу, можно. Блин, ну это жопа вообще полная какая-то. Кстати, очень быстро морковка возрождается, но... Жесть! Просто жесть! Ну я в шоке, все, мы проиграли. Офигеть, офигеть, восьмибитный зомби нас кушал. Короче, друзья, это просто жопа. Мы с тобой, давай посмотрим, блин, у меня морковка, можно ее прокачать? В принципе, она, в ней есть смысл, то есть, как бы она прикольная, действительно. Потому что она умеет возрождать вдруг. Вот, видишь, еще дали мне плюс 2 очка. Но я думаю, до второго уровня максимум. Ну, до третьего. Если вдруг.
В чем я сильно сомневаюсь. Так, где у меня морква? Морковочка, морква. И все. 19, но все равно, типа, побольше. Короче, друзья, на этом мы с тобой пока что заканчиваем. Вот такая вот серия у нас получилось. Если тебе понравилось, обязательно ставь лайкосик. Следующий, может, мы даже босса одолеем. Не знаю, конечно, не уверен, но все же. А на этом все. Бай-бай, дорогой братишка.